Я Егор Коневец, 7 лет. Второй Ю-класс уже второй. Привет. Я учусь в лаборатории театров, в которой наш логопед Надежда Эдуардовна Степановна. Не логопед, учитель, режиссер. У меня есть увлечение футбол, плавание, еще что, баскетбол, да, еще вот это есть. Я люблю играть во всякие игры, компьютерные и реальные, мультики еще смотреть. Я не люблю, когда меня хейтеры банят в играх. Я не люблю, когда меня это, я не знаю, обижаются там. Моя жена обижается. Будущая жена. И жизнь. Когда я шел просто по переулку одному, мы шли домой с мамой или с папой, или с бабушкой. Я не помню. Я сначала подумал, что на стене человек-паук, но потом я понял, что этот человек что-то делает. Из жизни? Угу. Когда я ложился спать, то мне показалось в проеме дверном там как будто бы были какие-то глаза, светящиеся красным, и кровь на лице. И я такой вздрогнул. Мама не поняла, что, и уже хотела вызывать кого, я не помню. Из жизни? Она была недавно. Когда мы играли вместе, все мои друзья и подруги, в игру компьютерную Among Us все вместе. Когда я рубил Женю, моего друга, потом я начал рубить мою будущую жену Василису, и она обиделась и ушла. Потом Женя сказал: да, со всеми девочками так бывает. Мне нравится фильм «Гарри Поттер», потому что там много магии, потому что там, все магическое, и мне это нравится. Еще мне нравится, средненько нравится, фильм «Нечто». Это хоррор-фильм. Сказала нечто. В «Нечте», в этом страшном фильме, там они нашли во льду какого-то паразита, и они начали его откалывать. Выкопали льдину по параметру этого существа и начали выкапывать. Не выкопали, просто дырку прострелили. Но потом туда пошел один человек и решил посмотреть, что это, потрогал, там все обнюхал. А потом
Я аж вздрогнул, когда эта фигня, она из этой льдины... Мне не нравится этот... Кто мне не нравится, что мне не нравится, какой фильм мне не нравится. А, книги нравятся. Москва, город-победитель. Еще мне нравится энциклопедия Майнкрафт Крип. Энциклопедия Майнкрафт. Именно по ней я научился играть в Майнкрафт. Автор книги Нотч, сам создатель Майнкрафта. Президент города. Не Пушкин, а... Ой. Не Путин, а... Другой. По рассказу басни грибы. Медаль четыре вроде бы гран-при и два дипломата. Пока. Пока. До встречи.